Хочу быть похожим по теннису на Роджера Федерера. Марию Шарапову. Новака Джоковича. Роджера Федерера. Вот такие кумиры у нынешней теннисной молодежи. Они мечтают, чтобы им также рукоплескали лучшие арены мира и завоевывать престижные трофеи. Стать ближе к своей цели они могут уже сегодня. Уфе стартовал международный турнир серии «Теннисная Европа». В столицу республики съехались лучшие спортсмены со всей России, а также гости из Турции и Армении. Участников могло быть и больше, но не все спортсмены смогли приехать. Франция, почему? Они даже отказ не прислали, мы до последнего момента их ждали. Вот, но никакой информации не поступило. Почему они не приехали? Вообще было заявлено 14 игроков из разных стран. Там Германия, Франция, Бельгия, ближние зарубежья, там Белоруссия, Украина. Но вот подъехали Армения и Турция. Один из претендентов на медали – башкирский теннисист Арсений Машкин. Перспективный юноша не раз побеждал на российских соревнованиях. Теперь вот пробует силы на международном уровне. Свой первый матч Арсений провел одним из первых и без труда одержал победу. Соперники здесь сильные. Надо будет каждый день играть, не расслабляться. Но я буду каждый день тренироваться спокойно, играть как можно лучше, стараться выигрывать всегда. Тренеры признаются, в 12 лет интерес к теннису у ребят неподдельный, но иногда могут и полениться. Конечно, они еще достаточно маленькие, и много проблем возникает в плане организационной работы, потому что они только отрываются от родителей буквально. Поэтому им сложно, они только в начале пути своего самостоятельного. Соревнований в Уфе в первый месяц года будет немало. После завершения международного турнира в столице республики пройдут сборы национальной команды не старше 12 лет. А после впервые Уфа примет зональное командное первенство Европы. Ну а кто станет победителем нынешних соревнований, узнаем уже в ближайшую субботу. Ирина Салимгарева, Ильдар Насырдинов и Павел Бузов. Башкирское спутниковое телевидение.